В селе Агдаш-Судхольского района Тувы построили еще один сельский клуб по программе «100 домов культуры». Финансирование проекта проводилось через Министерство культуры России при софинансировании региона. Обошлось новое здание в 15 миллионов 300 тысяч рублей. В торжествах по случаю ввода в эксплуатацию принял участие глава республики Шалбан Караул, посетивший район с рабочей поездкой. На церемонии открытия премьер пообещал, что следующим шагом правительства Тувы в отношении построенных в рамках программы 10 сельских клубов станут меры по повышению заработной платы их работникам. Напомним, старое здание сельского клуба 1954 года постройки. За 63 года эксплуатации здание изжило себя.